Горячая еда и медикаменты зимой – это для людей без определенного места жительства просто необходимо. Чтобы оказать им подобную помощь, сегодня в свой первый выезд в Кирове отправился так называемый автобус милосердия. В ряде других регионов страны подобные проекты реализуются уже несколько лет. Удалась ли первая акция в нашем городе, расскажет Анастасия Шерстнева. Обед сегодня суп, рожки, котлета. А какой суп? Так. Суп супный. Суп вкусный. За вкусным супом выстроилась целая очередь. Такой обед для лиц без определенного места жительства – настоящий подарок. Горячая еда за их столом бывает нечасто. Некоторые рассказывают, что в таком нуждающемся положении оказались случайно. Поэтому приятно, что о них проявляют заботу. Я здесь родился и был в детдоме, и в интернате. Меня люди с хорошей стороны знают. Есть люди добрые и хорошие. Благодаря им они мне помогают. Я очень за это доволен. Я живу в реабилитационном центре «Бомж». Паспорты делают, все документы. Я вот сейчас восстанавливаю паспорт, группу. Как восстановить документы, сегодня подсказали всем пришедшим в Гагаринский парк. Там стартовала акция «Автобус милосердия». Правда, самого автобуса пока нет. Как говорят организаторы, они ограничились машиной, так как не были уверены, что придет много людей. Но лишь за первые полчаса работы за помощью обратилось больше десятка человек. Если это будет востребовано, людей много придет, мы раздадим, будем планировать, значит, еженедельно сюда выезжать. А может быть, определим и другие точки. То есть будут курсировать автобусы, будут стоять, например, час здесь, час другой точки. Руку вверх поднимите. Ой, а я не подниму. А уже не поднимите, да? А можете поднять вот до уровня боли? Организаторы говорят, что планируют оказывать комплексные услуги нуждающимся. Это не только выдача питания и теплой одежды, но и предоставление медицинской помощи. Например, обработка ран. Кстати, теперь лица «Бомж» могут рассчитывать и на более серьезную медпомощь. 9-я горбольница будет принимать таких людей с острыми болями, если, допустим, острый аппендицит или болит живот или инфаркт. Да, будет принимать таких людей без полисов УМС. То есть, конечно, полис – это очень важно, паспорт, но нам нельзя забывать о таких категориях граждан, которые в такой жизненной ситуации. Потребность такой помощи есть, говорят организаторы. Правда, сколько сейчас в Кирове людей, которые находятся в трудном жизненном положении, сказать сложно. По примерным подсчетам, их около 1500 человек. Отмечу, что проведение акции стало возможным благодаря помощи спонсоров. Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давеча».